С едой все хуже. У меня 6 по койкам, а из еды 1 яблоко. Не совершай ту же ошибку, что и Ругер. Что на этот раз сделал этот дурак? Украл хлеб. Чернолобые вздернули его прежде, чем хлеб вылез у него с другого конца. Ты осмотрел его? Здание городского совета? Конечно. Охрана плотная. А бюст барона? Чистое золото. Стоит целое состояние. Даже с кислой рожей Нордкреста. Только на ночь бюст запирают с помощью особой охранной системы. Черт. Слишком рискованно. Отбой. Пусть другие болтаются в петле за попытку украсть бюст барона.
ж, печально. Спрячь меня! Пришлось отнести брошь Берты к Оксхарту Перри. Что? Зачем? Это не самое ужасное. Пришлось зайти в переулок по малой нужде. И тут я случайно уронил брошку в канализацию. Молись, чтобы подхватить мрак, прежде чем она поймает тебя. Ты не поверишь, что я видел на чердаке у Трейси вчера. А что ты вообще там делал? Да так, заглянул на огонек ее горничной, но ты послушай, у нее там картина Монтанесси. Вряд ли это подлинник. Она бы уже давно заплатила, чтобы свалить из города, будь это оригинал. Где, говоришь, она живет? Я тебя вижу! Давай, сразу выходи! Я знаю, что ты где-то здесь. И скоро найду. Я найду тебя, ублюдок.
Только золото, но оно проклято. Проклято, проклято, проклято. Черт. Надо спрятать его и никому не говорить, что оно в канализации. Иначе они придут и убьют меня во сне. Боже, а вдруг мрак? Это они и есть. О, боги, боги, боги. Что тут у нас?
Ты не поверишь, что я видел на чердаке у Трейси вчера. А что ты вообще там делал? Да так, заглянул на огонек ее горничной. Но ты послушай, у нее там картина Монтанесси. Вряд ли это подлинник. Она бы уже давно заплатила, чтобы свалить из города, будь это оригинал. Где, говоришь, она живет? Интересно, я сдохну от портовой гнили или от мрака? Горячий кофе сейчас бы не помешал. Чем бы развлечься, пока чернолобых нет? Thank you.
Погода меняется. Какая прелесть.
Переключатель почти невидимый. Надо смотреть внимательно. Эрин как-то сказала, что поставила ловушки против незваных гостей. Надо смотреть под ноги. Укради ключ от истины. Той, что осталась дома до того, как я стала Эрин. Но ты должен найти его сам. Таковы правила. Ищи. Я скажу, когда ты будешь близко. Чуть дальше. Не туда. Теперь холодно. Иди за мной, Кристина. Еще холоднее. Ты близко? Нет, не трогай меня! Ищи. Я скажу, когда ты будешь близко. Ты близко? Слишком важно, чтобы мне дали понять. Знают ли они, как это больно? Мне кажется, Эрин хотела, чтобы я что-то нашел. Я не могу уйти отсюда просто так. И зачем это было, Эрин?
Дом цветов ждет. Он отмечен красными фонарями. По ним я и найду вход в бордель. Чок с бешеной Ди. Кто? Главарь угреедов? Он самый. Малышка Луни хотела платить ему мзду, так он в одно мгновение схватил ее за руку и откусил палец вместе с кольцом. Она поди сникла сразу. Конечно нет. Влепила ему со всей дури. А Чоукс только ухмыльнулся и колечко в карман упрятал. Вот говночист. У него поди этих колечек целая коллекция. Хочешь наехать на него и обшмонать? Ради бога, только без меня! Это я возьму. Замерз. Надо было тепленькое место искать. Скоро там кормить будут. Я уже готов ремень съесть. Гортом кормить будут. Я уже готов. Уилл Марлоу добыл себе новую блестящую цацку в порту. Да? Какую? Насекомое. Из драгоценных камней. Ты украла ее? Покажи. Да ни за что. Уилл Марлоу псих. Я ни за что не встану между ним и его сокровищем. Смотреть можно, но не трогать. Его правило. Даже девочки так говорят.